Ошибка будет стоить дешевле. В Заксобрании через несколько дней должны внести поправки в закон о противодействии коррупции. Если вы муниципальный депутат и ошиблись в отчете о доходах, мандат сразу не отберут. Таков законопроект. Он пришелся в пору Барнаульской городской думе, когда прокуратура обратила внимание. Несколько депутатов несли неверные и неполные сведения о доходах. Но несмотря уже на решение суда, полномочий никого не лишили. Центральный районный суд города Барнаула с учетом изменений, которые внесло определение Алтайского краевого суда, удовлетворил требования прокурора города Барнаула в части того, что представительный орган обязан рассмотреть на ближайшем заседании своем, на своей сессии, вопрос о прекращении полномочий депутата Барнаульской городской думы, 5 депутатов. Соответственно, мы в соответствии с решением суда рассмотрели указанный вопрос. Решили не рубить с плеча. Вероятно, услышали доводы самих авторов злополучных деклараций. Только у муниципальных депутатов единственная мера ответственности – это лишение полномочий. У всех остальных депутатов есть альтернативная мера ответственности. Это как минимум уже несправедливо. А вот поправки в закон предусмотрят более мягкие меры. Это может быть предупреждение, решение, как лишить, может быть, депутата должности, которую он занимает внутри представительного органа. Сейчас, после того, как мы закон принимаем, муниципалитеты, соответственно, представительные органы любого города, района, должны будут разработать свой нормативно-правовой акт уже в соответствии с нашим законом, где прописать вот этот порядок, порядок применения мер ответственности. Коснутся ли новые, более мягкие меры ответственности уже уличенных депутатов Бийска и Барнаула, пока неизвестно. Эти вопросы мы адресовали прокуратуре края. Ее предписания народные избранники пока настойчиво игнорируют. Андрей Дриер, Николай Шелко, «День с толком».